Ира сейчас сказала о том, что ломая существует вне правил, но эти вне правила все-таки задаются всем строем спектакля и вообще режиссуры Дамира. Дело в том, что на самом деле к его режиссуре нужно привыкать. Первый раз мы видели «Лису виноград», спектакль на четверых. Тогда преобладала только смеховая. И постепенно, просто как театр, это продвигается и двигается в какую-то другую сторону. И когда вот, вы должны были привести Кавку, я видела на диске, кстати, другое впечатление произвело спектакль. Отвратительное. Не отвратительное. Но во всяком случае, все равно какие-то были сомнения по поводу того, произойдет ли это. И это происходит именно потому, что Дамир работает против всяких правил. И когда говорят, что он использует вещи, когда есть спектакль других режиссеров, он просто делает то, что он хочет. Как бы вопреки правил, не боясь, боится, что скажет. Он не боится, что скажет. И мне кажется, это в какой-то степени... Все боятся? Да, боятся. Нет за ним. Он делает абсолютно то, что ему хочется сделать. И в результате, сейчас этот спектакль через серию тех, что мы видели, он привел очень, я хочу сказать, значительному результату. Работа действительно очень интересная. И самое главное, Дамира, что он потрясающе работает с эмоциональным состоянием зрителя. Он заставляет нас делать убиты. Это, конечно, удивительно гибкие вещи. Это делают и артисты, но когда... Великолепно работал Ломак, но все-таки его играют все окружающие, потому что он существует по одним законам, а все остальные существуют по другим. Есть четко очень режиссерский рисунок, очень, он жесткий, он железный, поэтому все существует в рамках масок, очень интересные, они разнообразные и яркие. А этот человек существует по каким-то своим собственным законам, и очень, и так как вы работаете командой, то вы по этим друг другу просто знаете очень хорошо. И точно читайте, чего хочет от вас Дамир. Просто как-то про Дамира мало говорили. Действительно, что-то как-то... Потому что все-таки всю эту кашу завалил. Вот так вот.